Традиционные поздравления акима столицы Монголии Тасмагамбетова с Днем Учителя прозвучали сегодня в Конгресс-холле. Здесь прошел праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады для лучших педагогов. Также и Монголии Тасмагамбетов вручил грант и переходящий кубок директору самой образцовой школы. В этом году лучшим стал лицей номер 60. Еще 10 учителей получили поощрение, 50% надбавку к окладу за высокие результаты в профессиональной деятельности. Я думаю, что эту награду мы действительно заслужили в такой сложной борьбе среди остальных лучших школ города. И действительно, это большая победа для коллектива. Это не только лучшие результаты по единому национальному тестированию. Это и олимпиады, и городского, и республиканского уровня. Это и научные проекты. И полностью вся вот деятельность того, для чего мы работаем в школе, конечно, вот именно сложились. И вот успех этого дела вылился вот такой вот гран-при.